Ну вот и пришел светлый праздник Пасхи. Поздравляю вас, друзья, с этим светлым церковным праздником. Мира, счастья, добра, любви, благополучия вам желаю. У меня совпало этот праздник с днем рождения. Сегодня у меня два праздника. И Пасха, и день рождения. И сейчас мы будем праздновать. Подготовления были у меня вчера. Освещали мы куличи тоже вчера. Сегодня будем кушать. Сейчас вам скажу, что я приготовила на этот пасхальный стол. Сделала вот творожную пасху. Это с вареной сгущенкой. По вкусу как мороженое крем-брюле. Очень вкусная пасха. Вот украсила шоколадом. Гнездо, яички шоколадные. Сделала я любимые куличи, разные, все три кулича. Этот кулич у нас итальянский кулич панеттоне. Покажу вам в разрезе, как он выглядит. Он очень нежный, воздушный, ну, похож на наш кулич. Это кулич, крафен кулич. Его изобрели австралийцы, запатентовали в США, в известной кондитерской. Этот кулич слоеный, похож на круассаны и очень много начинки. Влажный и очень вкусный кулич. Имеет много слоев, цукатов и орехов. И венгерский и румынский кулич кранч. Этот кулич бесподобный, ну, его даже куличом назвать нельзя, потому что десерт просто чудо. Там много очень орехов грецких, и он такой слоистый тоже, насыщенный и очень вкусный. Покрасила я вот так вот, интересно, яйца в луковой шелухе, ну, вот по-новому. Вот, посмотрите, какая полосочка от сетки получилась. Ну, варила просто, видео все есть на моем канале, можете все посмотреть. Также у меня очень много пасхальных видео и по покраске яиц разными способами, и по куличам тоже разные куличи, поэтому все можете посмотреть, оставлю ссылки в описании. Ну, а теперь нужно, наверное, побиться яичками. Держи яичко. Христос воскрес! Воистину воскрес! Ой! Выиграл! Вот не, без сеточки почти, чуть-чуть. Счастливой Пасхи вам, друзья! Ура! Ура!